Бывает так, что вы вдруг осознаете, что уже выросли из какого-либо дела, выросли из работы, на которую уходили долгое время, выросли из отношений, выросли из проекта. Это все формы. При развитии и росте сознания человек естественным образом перерастает все. Наш опыт в любом виде формы рано или поздно отваливается или его забирают разными способами, особенно если мы сами не делаем свой переход. Развитие никогда не останавливается, даже если есть стагнация, потеря и регресс. Все это лишь сподвигает нас искать все более новые формы для своего творческого проявления из тонкого в плотное и материальное. Главный камень преткновения процесса смены форм – это подвешенное состояние, в котором вы понимаете, что заниматься этим вы уже не можете, а куда идти и что делать, пока не знаете. Люди очень часто описывают состояние обнуления, которое так или иначе сопровождается любой серьезной сменой формы. Например, когда человек решает сменить профессию, образ жизни или семью, обнуление может длиться не один год. Эти состояния характеризуются меланхолией, ленью, упадком настроения, потерей энергии, унынием, потерей веры в себя, в жизнь, в людей. У большинства людей обнуление сопровождается финансовыми упадками, проработкой множества комплексов и страхов, различными кризисами в отношениях. Но не стоит отчаиваться, это прекрасное время, страшное, в чем-то болезненное, но по-настоящему великое. В этот период, казалось бы, простое и стремление на дно, внутри происходят самые значимые трансформации, силу которых вы осознаете и оцените уже позже, оглядываясь назад, и произойдет это быстрее, когда вы все отпустите, перестанете на время бороться, соберетесь силами, отдохнете, отпустите жужжание ума по этому поводу, чтобы с новыми силами уже оттолкнуться одна и устремиться к новым горизонтам. В этот период происходит мощнейшее очищение от старых привязок прошлой формы. Мир проверяет на преданность новым решениям, а ум будет периодически предлагать вам вернуться к старому. И что бы вами ни двигало, даже сильные денежные проблемы, постарайтесь успокоиться и все равно спокойно устремиться вперед без всяких ускорений. Научитесь ждать и слушать себя, это самое важное в этот период. Обнуление происходит с нами постоянно. На этом принципе построен абсолютно любой божественный процесс в мире форм. Начиная от потребления пищи в организм и заканчивая смертью этого самого организма. Не бойтесь обнуления. Если вы чувствуете, что пора сменить форму, сделайте это. Мир поддержит вас в этом начинании.